столице Дагестана прошла торжественная церемония присвоения лицея номер 51 имени выпускника данного учебного заведения, кавалера Ордена Мужества, сотрудника СОБР Ястреб Каспий Управления Росгвардии по Республике, капитана полиции Умара Айтемирова. В мероприятии приняли участие замначальника территориального управления Росгвардии полковник Башир Алимов, командир СОБР Ястреб Каспий полковник полиции Запир Алискантов, замглавы Махачкалы Шамиль Меджидов, а также педагоги, родственники и близкие погибшего. В своей приветственной речи Запир Алискантов отметил, что бойцы отряда всегда будут помнить Умара как надежного товарища и мужественного воина. Право открыть мемориальную доску, размещенную на фасаде учебного заведения, было предоставлено Шамилю Меджидову и брату погибшего росгвардейца. Далее присутствующие почтили память героя минутой молчания и возложили цветы. Помимо этого, воспитанники лицея подготовили для гостей небольшую программу в память об Умаре Айтемирове.